Компания «Сахатранснефтегаз» для обеспечения безопасности вынуждена пойти на крайние меры. Ввиду предаварийного состояния газового оборудования старых многоквартирных домов столицы, вынуждены отключать их от источников подачи газа. Напомним, что таких домов с истекшим сроком эксплуатации только в столице около 500. О ситуации с износом газопроводов и необходимости проведения технической диагностики во избежание аварийных ситуаций инженеры УГРС говорили давно. Но эта проблема была и остается открытой до сегодняшнего дня. На 17 год было 465 многоквартирных домов с истекшим сроком эксплуатации. То есть они эксплуатируются более 30 лет. И на сегодня истек период их эксплуатации. В декабре прошлого года нами было отключено 23 многоквартирных дома. Из них 17 подключены на сегодняшний день. 6 из них до сих пор отключены. То есть не предоставили нам заключение положительное, либо согласованный договор с экспертными организациями.